Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, что у нас там по заданиям? Давай-ка заберем. Теперь, так, ежедневки, секундочку. Так, совершите сделку. Пойдем быстренько сделку сделаем. Так, баксы я не буду тратить. ДНК на нет, не пойдет. Единство, 21 карточка на 45 очков доверия, вы издеваетесь. Одна карточка джунгли-заповедник на 29 ДНК. Нет, не хочу пока. Не хочу. Вмешательство отключает мод вражеского существа. Фиг там. Ну, ничего путевого, я так понимаю, здесь нету. Ладно, давай попробуем, наверное, самое... ДНК на смотровую площадку. Повышает показатели всей... команды на 10%. Да ладно, давай. 21 карточка, ребят, ерунда. Так, здесь. Да здесь у нас дофига чего. Давай возьмем вот это, например, и поменяем на... С едой. Ну, с едой проблем. Ну, на баксы, наверное, все-таки. $40, отлично. Еще, да, обмен. Ну, давай еще посмотрим, что у нас тут излишка. Вот диплодок, например. Давай на баксы. $50 еще в плюсе. И последняя попытка. Выбираем, например, джунгариптора. Я вообще, наверное, их просто все отдам. Максимальное количество на $80. Все, друзья, $380 мы имеем. Плюс еще 40, итого 420 получается. 420, окей. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут еще есть. Какие задания? Так, визит важной персоны, схватка редких, плюс схватка чемпионов. Ну, пойдем, наверное... Погоди секунду. У нас же еще есть VIP. Глянем, что на VIP-ке. Ты серьезно? Джунгариптор? Ну, поединок, наверное, будет легким, я так понимаю, да? А, так тут еще и животных. Ну, давай тогда сыграем... Возьмем, наверное, вот так. Против Дедикуруса мы возьмем Келлинкина. И здесь... Ну, давай Эндрикотерия. Тратим с тобой все эти очки доверия. Но, поверь мне, мы в паке намного больше получим. Тут потратим 30, а выручить можно намного больше. Ну что, с ударом мы выносим синтета Цераса. Тыч. Все, упал, осел. Так, Дедикурус выходит, естественно. Кто же еще? Ну, Дедикурус, я не знаю даже, что с тобой тут делать. Ага. Бомбит. Ну и все, в принципе, он доигрался. Хлоп, и нету Дедикуруса. Так, и последний выходит у нас. Давай, давай, давай. Машет он своим хвостиком маленьким. Он напоминает, он, наверное, прародич этого, черепахи. Нет, прародич черепахи — это будет Генодус. А этот бронтозавр, наверное, скорее всего, да. Наверное, это что-то к тем краям относится. Да, бронтозавр, наверное. На! Все, нас это мало колышет. Нас беспокоит только одно. Наша победа, да, и наше благополучие. Остальное... Все, пускай идет лесом. Ну что, первая победа есть. Мы продолжаем. Игра в последнее время что-то вылетает очень часто. Так, ну что, мы здесь, наверное, возьмем. А если, предположим, официально, справится ли он? Проверим. И здесь Гасторнис вместе с кем пойдет? Блин, Гасторнис, а с кем тебе отправить? Ну, давай с носорогом, с шерстистым. Так уж и быть. Команда так себе у нас выходит, если честно. А кто-нибудь посерьезнее... Во! Вот что мы можем сделать. Взять шерстистого носорога просто-напросто. А он поменяется, скорее всего, на Эриматерия. Я же тебе говорил. Еще и ударит, наверное. Конечно. Ну, жук.
а я вот так сделаю. Не успокоится все никак, да? Ну что, Гастронис, давай, твой выход. 2 очка действия он у себя оставил, так как он делал 2 атаки, да? Раз, два, три. И бонус. Вырубаем. Ну что, 179 к урону. Гастронис, прощай. Мы никогда тебя не забудем. Ну тут без вариантов, понимаешь, да, сам? Так, я, наверное, думаю, что все-таки мы с тобой потратим здесь амфициона. Раз, два, три. Ну, давай так попробуем. Сколько этому шитику придется потратить, чтобы нас разобрать? Да нисколько, ребят, он, наверное, не получит у него. Даже если 4, да, это получается 280. Но там еще надбавки идут. Вот и все. Вот и не получилось у него, да? До свидания. Всего хорошего. Че ко мне прицепилось это всего хорошего? Ну это прикол, наверное, кто-нибудь видел, да? В ТикТоке, в Ютубе. Всего хорошего. Так, ладно, нам остается всего лишь еще одну победочку с тобой сделать, и все. И мы получим пак. Значит, Индрикотерий. Против него мы поставим Мамонта. Против Дипротодона пойдет. А кто у меня пойдет? У меня нету никого. Ладно, возвращаем. Так, и... Скажи на милость, зачем... зачем я вернул шерстистого носорога? Ты объясни мне, пожалуйста, а? Я вот не понимаю, что я делаю. Мне нужно Дипротодона бить. Мне нужно возвращать было Эриматерия. Я взял, вернул шерстистого носорога. Молодец, Рей. Лучше не придумаешь. Трындец, ладно. Я даже не знаю. Ну что, придется Эриматерия возвращать? Вот это надо же было такая тупануть, ребят. Прям вот нет слов. Ладно, сейчас мы одну оплюшку дадим. Сразу же, да? У него остается 37 хп. Меняется, ну понятное дело меняется. Он берет синтетоцерас. Еще и атакует. Он уверен, просто уверен в своей непоколебимости. Давай, две атаки. Бамс, 65 хп остается. Неужели полезет на рожон, а? Не будет даже меняться. Ты смотри. Это что-то интересное. Ну-ка, давай сделаем раз, два. И вот так. Красиво. Так, Дипротодон выходит. Это какой-то прям бобер. Сородич бобра. Ну, здесь нас, конечно, уже накажут. Он все сольет. Опачки. А надо было все сливать, парень. Надо было. Одна у него остается, да? Где-то там, в закромах. Да, давай вот так вот сделаем. Нам всего лишь нужно будет потом Эндрикотерия завалить. И все. Ну, он, естественно, здесь, конечно же, мамонта уничтожит. Но шерстистый носорог в обиду себя не даст. Поехали. Кто-то сказал, почему я не играю на ускорение, ребята. Что, вам нравится на ускорение играть? Ну, давай на ускорение. Все, на слив. На! Прикольно. Ну что, победа за нами, ребята. Мы забираем с вами, ну, всю награду. А это пак именно, где будет находиться Джингариптор. О, Иритатор. Так, еще очки доверия 130. Мы потратили с тобой 30.
А получили 260. Вот такая вот, ребята, выгода. Через сколько? Через один день, да? 15 часов у нас начнется новая лига. Это Птидаустра. Вот он мне нужен, ребят. У меня его нету. Когда я его получу и как его получу, фиг его знает. Так, только для VIP, это когда через один день 14 часов. Дрожь земли через один день 15 часов. Нормально. Гиросфера. Фига тут. Не в коллекции. Так у меня только два не в коллекции. Это получается Пахица Ратапс и Лимноринг. Кстати, а у них шанс вот этого 22%, вот его 3. Это, короче, либо Аллозавр выпадает тебе, да? Либо Лимноринг обычный. А сколько ты должен заплатить? $250? Блин, ну это же, ребят, просто грабеж средь бела дня. Ну согласись, $250. Еще неизвестно, сможешь ли ты победить здесь. Особая гиросфера. Скоро в игре, через один день 15 часов. Вон там ты получаешь индоминуса. Ну это я не знаю, ребята, это нужно в деньгах просто купаться. Ну, чтобы на это согласиться, я имею в виду. Так, ладно, визит важной персоны, поехали. Ох, ё, Скорпиус Рекс, это я в первый раз такое вижу. Фига себе. Скорпиус Рекс, ну давай я попробую взять Нундагозавра. Против Фил... А, тут два хищника. Че, двух что ли брать? Ну ладно, возьмем двух. Хотя нет, одного, наверное, будет достаточно. Так, Велоцираптор мод 2. Против него можно взять Раджастегу. А вот против этого хмареныша мы возьмем Эдиуморфодона. Поехали. Поединки бесплатные, но жестокие. Так что поехали, глядим. Фига себе. Блин, так-то как-то на ускорение, ребят. Ну, я не знаю. Что у нас тут получается? Я, наверное, все-таки атаку сделаю. Ты посмотри, как он выглядит, ёк-макарёк. Нифига он. Безобразный какой. Ай-яй-яй-яй-яй, поменялся он, да? И у него атака, ты посмотри. Ну хорек ты, однако, ну хорек. Я тогда тоже бомбанул разочек. Да-да-да, чтоб тебе неповадно было. Фига, крокодил. Мне сразу напоминаются вот эти вот механические из Forbidden. Тьфу ты, Forbidden, на чем я говорю? Horizon, Запретный Запад. Смотри, обратно поменялся, а? Он обратно поменялся, но он атаковать не стал. Сколько у него? 600? Блин, я не знаю. Хотелось бы его ушатать, на самом деле. Давай попробуем. Раз, два. Есть, вырубаем. Ну что, выходит Велоцираптор. У него очков действий сколько? 3. Ну тут, понятное дело, атаковать не будет. Естественно, будет меняться. И вот тут нам, скорее всего, кранты. Угу. Ушатал, ты прикинь. Ну, а Эдиуморфодон, естественно, ушатывает его. Он же все слил, по-моему, да? По-моему, он все слил. Раз. Точно он все слил? Проверим. Да. Отличненько. Ну, выходи, Велоцираптор. У тебя 314 к атаке. Ты замучишься пробивать меня. А вот нам как раз это на руку, ребят. Мы его уничтожаем. Все, пока. Всего хорошего. Меня самого бесит это выражение, ребят. Но оно прицепилось, знаешь, как это? Как вирусняк. Ну, первый поединок мы с тобой отыграли. Довольно неплохо. Ну вот тот динозавр, ребята, в первый раз вообще видел. Черного такого. Так, тиранозавр, опять тиранозавр и тупуксуара. Даже не знаю, что и сказать.
Но здесь возьму я диплотатора. Вот мне вот это не нравится. Тогда анкилодок, наверное, здесь пойдет у нас. И... апатозавра, что ли, брать? Не, по идее, надо брать хищника. Или летуна. Но летуна я приберегу на дорожку, как говорится. Ну что, давай дюмофобом тогда возьмем. Ну а что делать, ребят? Делать нечего. В селе, мы сидим на веселе. Вот 100% будет меняться. Вот как пить дать. На, не рычи. Поменяется сейчас. Ну, о чем я и говорю, поменяется, ребят. И атаковать, наверное, будет, да, еще? Нет, не стал он атаковать. Защиту возьмем. Сейчас убежит, бежит прочь. Естественно. Надудонил штанишки и убежал. Что-то мне подсказывает, что мне надо Эдиоморфодона отдавать на корм. Не знаю почему, ребят, но вот так кажется. Давай посмотрим, будет он бомбить или нет. Все, ему крышка, этому крышка. Но тут тупоксуара еще торчит. Так, значит, раз, два. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. По-хитрому. Тупоксуара прилетела. Не пробьет. Не пробьет, ребята. Ага. Ну что, рискнем? Рискнем. Поехали. На тебе. Ну и тираннозавр. Ему нужно... Блин, у него 7 очков действий. 7. Блин, 5 остается. Что будем делать? Все в защиту ставим? Да, все ставим в защиту. Опа. Опачки, и он тоже поставил все в защиту. Ну кто же знал, а? Ребят, я иду все в атаку. Е-е-е! На-ка. Хорек ты. Получил свое. Блин, а если бы он защиту бы поставил, у меня потом бы мог прожать, конечно. Да, это офигенный был риск на самом-то деле. Ну что, последний поединок. Давай смотреть, кто у нас тут. Тираннозавр, кто? Вот он, Шипастик. Шипастик собственной персоной. Короче, берем птеродактиля. Возвращаем с тобой нундагозавра. 158. Че так дорого-то? Может быть... Не будем возвращать, может быть, как-то своими силами. Я не знаю даже, как тут своими силами вообще можно что-то. Их тебя стега. Подожди-ка. А, 30 уровня. Да ну и фиг, что 30 уровня. Пойдет. И нам нужно кого-то взять против Шипастика. Брать надо хищника. Так, секунду, подожди, я что-то запутался. И возьмем первым ихтиостегу. Так. Кого-то надо брать, какого-то хищника. Это Николагрюса возьмем тогда, наверное. Поехали. Не знаю, ребят, тут бабуля надвое сказала, как говорится. Начнем с атаки. Угу. Даже если он все сольет, он все равно ихтиостегу не подобьет. А вот Шипастик. А вот Шипастик, это плохо. Фига себе, а что он такой зеленый-то?
Что с ним не так? Атакуем. На тебе. 30 уровня этот шипастик. Ты смотри. В наглую просто. Ну-ка. Слив, да? Конечно, слив. Не гуляй. Тоже мне тут вышел шипастик. Ну а ты, парень, две атаки сливаешь, и птеродактиль тебя чпок-чпок наказывает. Ну давай, красавчик. Погнали. Раз, два. Так, подожди, блин, так, по-моему. Почему я все время забываю, сколько он сделал атаки, сколько у него очков 10? Я не могу, ребят, вроде в голове запоминаешь, а потом почему-то начинаешь сомневаться. Пять очков 10, ну сколько ему нужно потратить? Два, два очка 10 он тратит. Четыре! Как же он боится птеродактиля. Ну что, их тестягаем, он полностью в твоем распоряжении. Полностью. Да-да-да-да-да. Бинго. А мне нравится. Мне нравится, как у нас разбирают наши динозавры врагов. Круто. Визит важной персоны состоялся, да? Давай только не вылетай, пожалуйста, игра. Отыграй нормально сегодня. Вот, 500 очков доверия. Это же умножает... умножается. Итого 1000. Солидно. Так, ну что, дальше идем с тобой по событиям. Тут у нас схватку чемпионов, к сожалению, уже не смогу, ребят, сыграть. Почему она такая сложная, эта схватка? Но такая награда вшивенькая, если честно. Вообще ни о чем. Вот пастазуха, я все, ребята, хотел прокачать пастазуха. И все никак до него не доберусь, серьезно тебе говорю. Все не могу никак докопаться. Так, ну тут понятно, тут... Да тихо ты. Тропиогоптера возьмем. И против суперзавра надо взять хищника. Велоцираптора, наверное, возьмем, да? В принципе, нужно его порвать, этого суперзавра. И на всякий случай мы возьмем еще с тобой... Че, эротитана? Ну, давай, наверное... Капразуха. Ну, так вот сделаем. Поехали. Стегоцератопса почему взял? Потому что они по силе с рептилией на равных будут. Ну, тут с удара просто с одной плюшки выносим. Это гибрид. Я думаю, даже суперзавр здесь ничего не сделает. Хотя, погоди, сделает. Может сделать. Отнять львиную долю ХП. Это он может сделать. Смотри, не боится же ничего, а? Не боится. И вот у меня же все-таки велоцираптор есть. Крутой причем. Хорошо прокачанный. Ну, ему, видимо, по барабану. Он думает, ну, в принципе, пастазух-то сейчас, да. Меняется, и он сделает удар, да? Сделаешь пастазух? Все. Подписал себе смертный приговор. Почему? Ну, потому что на один удар тропиогоптеру нашему. Это раз. Так, и мы сделаем еще, наверное, вот так. Гудбай. Жалко, конечно, что тропиогоптера сейчас уберут с поля боя. Жалко. Ничего не скажешь. Так, тут, наверное, можно ускорение поставить. В принципе, мы этих динозавров видели всех. Поэтому надо... Ставить ускорение. А ты пиши в комментариях, как лучше играть, на ускорении или на обычной скорости, ребят. Рвем. Вот и все. Вот и доигрался суперзавр. Ничего я в нем суперского такого не увидел. Это был первый поединок. Так что давай двигаемся дальше, смотрим. А вот, кстати, этот шипастик-то. Как раз на фоне он был. Так, Метриоринг и Кеца. Ну, против Метриоринга я не знаю, кого взять. Опять же, тропиогоптера. А вот против Кецы... Блин, ну ты же дорого, да? 112 долларов, а ты 107. А своими силами-то никак нам не справится? Блин, похоже, не справится. Что это за схватка редких, которую, блин, мы даже не можем...
сами как-то отыграть. Травоядников. Куда они все делись? У меня столько травоядников. И бонитозавры. Не знаю, возьмем еще вот так вот. На всякий случай, ребят, чисто формальность. Просто, пускай для веса будет находиться. Ну что, поехали. Ага. Так, у него 205 хп остается. Сейчас, естественно, будет на летунов меняться. И атакует, естественно, ребята, и атакует. А вообще, самый смак — это вот драться чисто с тегоцератопсом. Почему, ребят? Ну, потому что он на равных идет, как с Метриорингом по силе, но превосходит именно Кец. Вот, видишь, ну что он тут сделает? Ничего. А мы его можем спокойненько с тобой вырубить. Раз, два. Вырубим? Вырубим. Все, а эти летуны уже нам ничего не сделают. Ну, сейчас вот 130. Сколько ему нужно? 4. Ну, пускай 600 нанесет урона нам. 600. У нас еще столько же останется на потом. Раз, два, три, четыре. Возьмем вот так вот бонусом. Все, этого в труху разносим. И выходит еще один Кеца. Ну, 6. Вот тут уже, да, тут он уже нас победит. Ты серьезно сейчас? Я-то думал, ты сейчас как звезданешь по полной программке. Ну, уж тогда извиняй, парень. Ну, а что я могу сделать? Ребят, он сам виноват. Я думал, сейчас он бомбанет по полной программе. Он почему-то поделил. Взял, видите ли, 3 атаки нанес. Тем самым дал нам, как бы так сказать, проходной билет на следующую битву. Ну вот, опять, ребят, пастозух. Все доллары потратил. Супрано Титан и Велоцираптор. Ну и вот что ты мне тут прикажешь делать? У меня нету... Нет, у меня есть вот этот хищник, но... И Капразух есть. Капразух тут вообще, мне кажется, не котируется никак. Ай-яй-яй. Забираю. Забираю Велоцираптора. Все, ребят, поехали. Не знаю, что из этого получится. Но знаю, что... Пастозуха мы сразу вырубаем. А вот Супрано Титан со своими 279 атаками, неужели будет выпендриваться? Смотри-ка, ничего не стал делать. Вот у нас мясо. Вот его, ребята, стравливаем. Я не удивлюсь, если мы еще и победить сможем. А мы сможем? Раз, два, три. Смотри, как мы хорошо. Опа! Зря только доллары, да, потратил. Ну вот и Велоцираптор. Ну все, Трапиогоптер его, естественно, ребята, заклюет сейчас. Давай, родной. Просто великолепно. Награда, конечно, здесь не очень хорошая. Будем честны. Какое-то там колесо, я не знаю. Причем все они у меня есть. Хотя Метриоринг не помешал бы, если бы он выпал нам здесь. Так, друзья мои, ну получается, что мы сделали, да? Практически все. Ну, не считая вот потратить еду. Кстати, еду надо обязательно сейчас потратить. Моды еще, конечно же. Как же про моды-то мы с тобой забыли, а? Ну давай, эхо. Что ты нам выдашь? Давай нормальный пак. Оть, а почему? Ну почему ты не остановился на паке, а? Вот скажи мне. Все, что ли? Зачем? Я вроде бы как отказался. Уже хотел на заднюю давать, но... А, это мы еду выполнили, понял. Я уже обрадовался, думал, пак. Паки сделали. Ну, давай, 346. Зачем нам, да, с тобой, если мы... Не особо там отличается обычный от редких, поэтому лучше редкий. А вдруг нам выпадет? Нет, не выпадет. Первый урон получается на 50% ниже. Ну и вот теперь нужно еще принять 3 PvP сражения.
Забрать. Пройдите турнир Кровавый Апокалипсис. Схватка чемпионов. Так, где мои тут эти? Кстати, еду-то надо забрать. Улучшить. Улучшение пока недоступно. Заполнить счетчик прогресса. Понял. А здесь-то у нас как? Созрел? О, птеранодон. Ребят, созрел. Итак, это он только 20 уровень получает. Как же ты дорого стоишь, а мне, парень? Ты очень дорогой. Именно в прокачке. Забираем. Поместить. Эх, и хочется прокачать. И, ребята, просто еды вообще. Мизер. 224 тысячи. Ну, это никуда не годится. Слушай, ну, у инозавра, может быть, поставить его, а, на эволюцию? Пускай стоит. А здесь мы с тобой закажем новеньких, свеженьких. Может быть, у нас кто-то есть? Мы еще, правда, сами не знаем. Ну, я имею в виду кто-нибудь из новеньких. О, опять умный зал. Это серьезно. Один день, 11 часов выводиться будет, прикинь. Не кисло. И больше тут никого нету. Почему ютараптор выводится и аргентинозавр вообще за ДНК? С какого вдруг перепуга они за ДНК-то выводятся? Вроде бы как обычные, но ничего подобного. Выводится за ДНК. Птеранодон. Может быть, еще одного заказать, не? Псифодерма даже 3000 стоит, прикинь, обычные. Сейчас посмотрим, ну, ногозавр нам не нужен. Там, по-моему, диплодок будет, да? Торпегутор тоже нам не нужен. Афиокамим. Ну, здесь их нужно двое. Так, карнораптор, я фиг его знает. Карнораптор у нас, по-моему, 20 уровня максималка. Стегоцератопс. Спинораптор. Даже не знаю, ребят, кого выводить лучше. Вот серьезно тебе скажу, не знаю. Но знаешь, что нам нужно 3 поединка на арене. Ну что, что там закряхтело, затрещало? Давай мне ПВП события и пойду я, наверное, вот сюда вот. Кенозойская против там кого-то. Раз, два, три. Вот такую я сделал солянку. Я не знаю, ребята, вот как... А, вот тут показано. Так, тут показано против животных. А как уз... Ёк-мака... Индоминусы там, трындец. Выдали мне, ну посмотри. О, диплодок. Блин, трэш. Он еще и первым ходит, да? Давай я так попробую сделать. Сейчас наверняка возьмет анкилодока. 100% тебе говорю. Или сам будет бомбить. Что он будет делать? Меня больше индоминус там вот напрягает. Он ничего не стал делать почему-то. Черт узнает, что тут сделать-то лучше. Атаковать, наверное. Проверим. О, хорошо, мы его вырубаем. И это он все очки действий передал на Индоминус Рекс. Ёк-макарёк. Ох, сейчас прилетит-то мне. 4 тратит. Очень странно, ребят. При том, что он 2 очка действия оставил себе. Вот тут только один вариант. Просто сливать все в атаку. Угу. Так, сольет все или не все? Как думаешь? Одну очку действия стал, да, себе?
Мне кажется, это он уже передает на анкилодока. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю, проверим. Двести восемь. Половинки просим. Давай все сливай, так всю свою. Смотри-ка. Не стал насыпать всю атаку. Тогда попробую я. Есть! Да, ребята, вот так вот. Риск, вот риск. Тут по-другому не скажешь. А мог бы он меня захомутать. Но я рискнул. Я просто прикинул по 200. Если он даже 4 возьмет, да, 4 атаки по 200, ну сколько там, 1000 может быть. Хотя он мог бы и пробить. Я же наверняка не мог знать, сколько он там потратит. О, $40, спасибочки. Ну, давай еще разочек крутанем и посмотрим, что нам с этого, со второй попытки может выпасть. Ну, да зух, а нет. Денюжка. Я не знаю, мне уже даже... А, подожди, мы же можем с тобой в этот... В морскую сыграть, верно же? Мы там, по-моему, ничего не тратили с тобой, так что вполне. Раз, два, три. Смотрим. Кинодус, такое ощущение, что как будто он улыбается. Аммонит, плеозавр и лесхитидон. Ага. Давай так вот сделаем. Вряд ли он нас пробить сможет, да? Этот аммонит. Ты смотри-ка, бессмертный, бесстрашный, точнее. Это ты, конечно, парень, круто сделал. Раз, два, три. Иди корми рыбок. Так, дальше у нас там кто? 34 уровня. Это плеозавр. Вообще ничего сделать не может мне этот плеозавр. Он даже атаковать не будет. Ну, естественно, он лучше поменяется. Так, ну а тут мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Еще и бомбанем. Посмотрим. О! 1600. Даже намного больше. Ну тут-то, конечно, он забомбит мне телозавра. Дальше артакон его шик-шик и подчикает. Так, 4 у него, да? 4 очка действия. Смотрим, сколько он сливает. Ну, 2, как я и говорил. 2 на слив. 2 в копилку, да? 2 в копилку. Раз, два, три. Это на всякий случай. И вот так вот. Всего хорошего. Ну и выходит плеозавр. Ну тут 193. Давай даже 200 возьмем. 200 на 6. Это 1200. Плюс накрутка где-то процентов, я не знаю, там 20. 1800. То есть он, если все сейчас сливает, естественно, меня в порошок. А он все сливает. Ну все, Генодус. Даже 2300. Как вот у них идет там, я не знаю, ребят. Генодус. Айда, разбираться. Рви его. Прекрасно. Ну что же, очередная наша победа, ребят. Ну действительно, утконос. Довольный, мне панцирь у него форма, да, добивает. Как будто какая-то сковородка или шапка чья-то. Причем других ассоциаций у меня не нашлось. Так, ну что нам здесь достанется? Не надо только влетать, пожалуйста. Но не может игра, чтобы нас не выкинуть хоть разочек. Так, что нам еще? Еще нужен один бой. Пойдем продолжать. Я думаю, также морскую, наверное, замутим. Да? Морскую баталию. Раз, два, три. Как... Ага, все разные. Нет, не все разные. Вот так вот. Давай-ка глянем, что у нас тут выпадет. Ну и сейчас какие-нибудь супер-пупер гибриды.
Ну, у него тоже выпали, да? Смотри-ка, 31-й. Легендарные карты, но не бриллиантовые, не алмазные, как у нас, а обычные. Но ты посмотри. Мегалодуша, как тебе такой расклад? Срочно меняемся, иначе нас тут уничтожат. Офигеть, 33-го уровня, мегалодон просто вжухивает не по-детски. Будет меняться или нет? Меняется. А, кстати, я не вижу, что он от этого выигрывает. Давай-ка я вот так сделаю. Но мы уже взяли преимущество, кстати, с собой очень даже неплохое. Будешь атаковать или нет? Нет, он не стал бомбить. 2 очка действия. Он либо оставил их себе. 2. Мне только лишь вот так вот надо, ребят, проверять. Больше я ничего не буду сделать. Он все оставил на мегалодона, да? Два очка здесь он в любом случае сливает. А ромалезавр, я думаю, его должен уничтожить. Сколько у нас там получается? Да, мы сливаем его. Если он даже две защиты взял. О, погоди. А с чего вдруг? Не понял я, с чего вдруг у него столько защиты-то? Он же... Я где-то, ребят, просчитался. Вот это да, вот это вот просчитался, называется, офигеть. Раз, два. Раз-два. Вот это я просчитался, офигеть. Стиксозавр. Вроде атака меньше, но... Раз, два, три. Давай проверим так. 7. Бобо сейчас кому-то будет. По-моему, ребята, он раскололся. Да. Пошли. Должно хватить, да? Найс. Ну все, все, ты молодец, молодец, победил. Все за тебя рады. Ну а мы с тобой что, завершаем игру? Потому что сейчас это был последний поединок. 3 ареновских... А, подожди, крутанем. И... Так, еда выпадает. И за рекламку, да, еще? Да не чтобы 100 долларов. Ну ладно, хорошо, 50 тоже бы пригодилось бы. Ну все. Забираем здесь. И забираем тут. О, 40 бакинских. И 260 очков доверий. Ну и тут отправляем Оуэна. Вот и все. Друзья, на сегодня мы закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!